Начнем с простого. Я не знаю просто, что вы будете палить первыми. Обычно первыми тяжело начинать биатлон. Ну ладно, окей. Начнем с коротенькой. В общем, ну все были студентами. Ну, да. Ты был. Остальные, ты-то не помнишь. Остальные не люди. Вот. А общежитие, ну, допустим, медицинское. Приходит чувак на вахту и говорит, вахтерша сидит, ну, тетенька, хозяйка жизни, знаешь, да. Что, которая всего добилась, вахтерша сидит такой. Вот, заходит парень, говорит, можно пройти? Так, говорит, а вы к кому? А кому посоветуете? Да, да. Хорошо. Я жил в общаге, хорошо было. Да, хорошо. Ну, моментами. Но на самом деле мы в общаге ходили, я потом уже понял, ко второму курсу, когда помудрел, я понял, что в общаге ходишь девушки не за сексом, а поесть, а секс это... Ладно. Само собой разумеющееся. Честно говоря... Странно, где студенчество было, конечно. Слушай, мы играли в сборную вуза, у нас жрачки навалом было. Чё-чё, побыл навалом. Как в общагу не за сексом? Ты какая еда, ты чё? Ну так, ты... А ты городской же? Да. Ну так, ты дома поел и... Ты дома поел и всё. Я поел и в общагу, пожалуй. Да. Если когда эта женщина пропускала... А вы пока идете в общагу, мы думаем, лучше как жрать хочется. Ладно. У меня дома общага была. Да. Спасибо вам огромное. Вячеслав Мясников сегодня и всегда. Спасибо за все, за чувство юмора и удивительную улыбку. Классный канал.